Валерий, прощай! Бадди, что случилось? Сейчас будет экзамен по математике. Все сдали свои телефоны. Почему он забирает наши телефоны? И что это вообще за пример на доске написан? 2 плюс 2 равно 22, Бадди... Вы будете связаны одной веревкой. Упадет один, проиграет и второй. Вам нужно делать все вместе, и тогда я вам верну телефоны. Каким образом нужно делать все вместе? Бадди, что с тобой-то случилось? Никто на меня буцает, я как обычно пришел в школу свою, а мне сказали, что я больше не преподаватель. И мне нашли замену вот этого странного. Ой, он меня опять... Мне кажется, он даже не знает математику. У него там написано 2 плюс 2 равно 22. Балди, тебя нужно вернуть на место. Вы меня разозлили окончательно. Я передумал. И теперь никогда вам не верну ваши телефоны. И не выпущу из своей школы. Мяу, кто успеет за 3 секунды поставить лайк и подписаться, у того будет самое крутое лето. Считаю 3, 2, 1. Мур, люблю тебя. Какой нафиг передумал? Ладно, сегодня мы играем вместе со своими друзьями и подписчиками. А если ты хочешь быть вам в следующем видео, заходи в телеграм-канал, ссылочка в описании. Жду тебя там. Итак, что летний перерыв отменяется, то что? Летних каникулов не будет? Балди, ты представляешь себе вообще? Как не будет? Ты вообще, блин, вообще... А кому что, на море не поедем? Я, походу... Блин, грустно. Надо его убрать с этого места, а то он нам даже на море не разрешит поехать. Тут нам нужно все делать вместе, иначе мы упадем. Блин. А как мы без телефонов? Мне должна, кстати, бабушка звонить. А как я ей отвечу? Балди, Балди, не размышляй. Можешь встать на кнопочку на ту розовую, а да? Чего? Спасибо. И теперь встань на зеленую. Окей. Ладно, давай. Хорошо. А, получается, мы друг без друга да. не пройдем. Мы можем только проходить втроем. Вдвоем. Мы не дойдем до конца, если будем идти по одному. Хорошо, я догоняю. Вера, только ты не убегай вперед. Мне очень страшно и одиноко. Балди, если я убегу вперед, ты не убежишь вперед, и я так тем более. Потому что мы должны все делать вдвоем. Итак, давай. О, господи, тут глаз, Балди, ты это видишь? Где? Где глаз? Посмотри. Там за нами глаз следит. Ты вот это вообще это видишь? Да, кошмар. Ага. Так, ладно, нам нужно пройти... А, ну он страшный. Он наблюдает, он сидит за тобой, куда бы ты ни бежала. Ага, ладно, как эту дверь открыть? Балди, не знаешь, как открыть? Не, не а, знаю. Наверное, туда нужно встать. Балди, встань, встань, Балди, встань. А может, ты встанешь? Я да пойду. Я пытаюсь. О, все, они пришли. Сейчас я встану. Все, Балди, мы с тобой привязаны. Стой, Балди, подожди, не прыгай без меня. Ай! Он же сказал, если погибнет да. один, то погибнет и второй. Ага. А я тебе даже позвонить не могу, у нас телефонов нет. Как ты, нафига ты мне будешь звонить? Он за мной все еще следит, Балди. Короче, Лера, давай проходить будем. Да, Балди, не убегай без меня, Балди, я же сказала. Ну почему ты стоишь на месте? Ну я, блин, затупила чуть-чуть. У нас интернет разный, у меня он идет очень медленно, а у тебя быстро, разная скорость. Балди, Балди, Лера, давай. Я держу тебя. Плохо держишь. Я держал тебя за канат. Балди, я тебя тоже. А что, если мы будем прыгать вместе? Да. Да, плохая идея. Как видишь. Ладно, давай еще раз. А что же делать? Балди, подожди. Ты прыгай первый, я прыгаю за тобой. Мы не должны друг от друга далеко отходить. Все, давай, Балди, Балди, почему ты не прыгаешь? Балди, прыгай. Лера, тебя вообще на физре учили прыгать? Да, Балди, просто когда ты у меня там был, ты уже у меня стоял вот там. Как это у тебя интернет дохлый выкинет. Ага. И у меня тоже, кстати. Скажи, пожалуйста, а долго мы будем умирать? Ну, как видишь. Может, мы когда-нибудь уже пройдем? Нет. Этого сегодня не случится. Это самое долгое совместное наше с Лерой прохождение. У нас взаимопонимание минус 500. Балди, давай. Я держусь. А, стой, подожди меня. Балди, прыгай. Мы наконец-то это сделали. Балди, давай прыгай. Вместе надо, Лера. Ай, блин, мы слушай, так близко Лера, были. Ты так плохо прыгаешь, обе. Балди, ты тоже. Ладно, давай. Интернет, работай. Короче, Балди, учти, если вдруг... Балди, я об себя стукнулась. Слушай, может, у тебя кроссовки скользкие? Или у тебя, может, интернет какой-нибудь? В том-то и дело, то, что у меня нет кроссовков. А, нету, ты босиком? Ага. Короче, Лера, смотри, прыгай хорошо. Я пытаюсь, Балди. Ты мне вообще говорила, что ты очень классно обе проходишь. Балди, почему ты стоишь на месте? А это обе превращается в самое долгое, никогда не проходимое. Балди, ты идешь. Прыгай. Нас уже все ребята вон. Балди, стой, подожди, я иду. Давай, прыгай. Я пытаюсь. Ты ура! Прыгай. Наконец-то, все, Балди, на финишную линию. Yes.
Мы прошли. Наконец-то, наверное, чекпоинт. Я надеюсь. Ой, блин, тут какой-то человек. Вот он, вот это. Куда вы собрались? Вы даже не представляете, какие испытания вас ждут в моей школе. То есть это было еще не самое сложное? Да, блин. Молодец, это, оказывается, было не самое сложное еще. Лера, в моей школе нужно срочно что-то делать. Ага. Балди, давай мы ее перестроим. Так смотри, он заколотил все кабинеты, ни в одну кабинет нельзя войти. Это был кабинет географии, Балди. Это кабинет физики. Балди, молоток есть? Ну, молоток, не, стой. У него там еще за спиной Мишка, оказывается, выглядывает. Он так такой... вот кто на доске фигню написал. Это все медведь, я так знал. Вай, надо быстрее валить, пока он меня не сожрал. Балди, ты бежишь? Балди, где ты? Балди! Я пытаюсь тебя найти, Лера. Подожди, стой, я бегу. Господи, не догоняй меня, девочка, что ты там стоишь? Вали. Опять этот глаз, блин. Тут у каждого свой такой учитель. Ага. Я тебя уже жду, все. Лера. Ой, там стоит. Плачет, Бобо, больно тебе, да? Упал на голову. Я всегда завидовал Балди. Зачем вы убегаете? Я хотел стать таким же хорошим учителем, как и он. Ну, таким хорошим у тебя не получится. Если ты 2 плюс 2 не умеешь делать. Да, ты вообще собаку с котом путаешь, а 2 плюс 2 не умеешь. Ай, ну и странно. Лера, мы должны будем с тобой до конца держаться друг с другом, или мы можем менять пары? Да, нельзя. Так, ладно, Балди, давай. Нам... Туда не идешь? А тут нам нужно попрыгать. Короче, у нас у каждого будет цвет. У меня вот красный, а у тебя будет синий. Ты можешь становиться в синий, а я могу становиться в красный. Поэтому Балди помогает. Хорошо, а что делать? Ты встань, я пропрыгаю. Хорошо. Все, Балди, не двигайся. Теперь ты вставай на мою бошку. И там ты Лера, что-то пошло не так. Я что, не красная была? А какая ты была? Синяя, по-моему. Лера, ты розовая вообще-то. Балди, я красная, ты не додумался. Тогда я зеленый. Балди, ты синий, ты только красный и синий есть. Балди, ты что, дальтоник? А чего ты тогда погибла? Потому что ты погиб. Ладно, Балди, прыгай. Прыгай первый, теперь прыгай на мою бошку, пожалуйста, попади. Я попал. Окей, все хорошо. Я тебе ушко примял, по-моему. Балди, не двигайся. Ладно. У меня голова скользкая, потому что лысая. Балди, возвращайся, помоги. Девочка, можешь встать? Девочка, пожалуйста, кто-нибудь спасите. Я так далеко уже пропрыгал. Помогите мне, кто-нибудь, я не могу попрыгать. Лера, мы тебе пришлем голубя. О, стоп. О, девочка, все, спасибо. Девочка, прыгай на голову. Пожалуйста, все, попрыгали. Теперь нам нужно, у нас еще там есть одна девочка. Она становится голубой. И теперь мы... Чуть-чуть. Да, я чувствую, мы будем долго проходить. Очень долго. Лера, мы с тобой такие умелые прыгатели. Да вообще. Ты, конечно, мы самые последние, блин, дойдем. Наша команда называется «Проходим не спеша». Это, можно там чаечка взять попить, там шо? Никаких чаечков попить. Да Балди, блин. Мы должны школу мою освободить. Потому что здесь этот учитель... Ты неумный. Лера, да. У тебя голова скользкая, мне кажется. Очень. Ты ее помыла, да? Нет. Это, 20 недель спустя. Так, Балди, давай. Мы должны нафиг пройти. Давай, Балди. Ура! Ура, мы дошли этот левел. Балди, не двигайся. Хорошо. Все, давай. Так, Балди. А теперь ты не двигаешься? Да, прыгай. Балди, давай. Давай, Балди. Зачем ты отошла, вот скажи. Почему ты в последний момент отходишь? Ну, я случайно на кнопочку нажала. На кнопочку нажала. Я себе ноги поломала. Случайно. Ну, я же совершенно случайно. Ну, Лера, ты будешь прыгать или что? Каким образом? Ты это себе сейчас представляешь. А, я должен прыгать. Хорошо, сейчас я приду. Да, подождем. Балди, давай, мы в тебя верим. Я сейчас родюсь и сразу же побегу. Ага. Это все мой кот, он тяжелый, он покушал, он меня вниз тянет. Ага. Либо это просто у кого-то кроссовки помялись. Это кот. Это кроссовки. Стой, не двигайся. Балди. Так ты ж вроде, я ж вроде на тебя прыгнул. Балди. Ты чуть-чуть не рассчитал.
Ладно, Балдур, я пойду сдохну. Выкинь свой интернет. Ты с горя убилась, молодец. У меня интернет от фирмы Nike, ну что поделать. Точно. Ладно, Балди. А здесь можно купить джетпак и летать? Не. А ковер-самолет? Не знаю. А просто самолет? Не знаю. А пирожок? Не знаю. Все, давай на меня теперь. Ничего. Не на кота, а на меня, я сказал. Лера, не путай кота с зайцем. Я не могу. Балди, спасай. Так, ладно, девочка. Не шевелись, и я тебе тоже помогу. Прыгай. Это вся проблема в ушах, я тебе. Так у нас у всех уши. Все, что характерно. Девочка, стой, не двигайся. Все, я наконец. Yes, Балди, мы прошли. Аллилуйя. Да вы что? Да вы что? Смотри, он там с дырки выглядывает. И хочет нам задать какой-нибудь опять дурацкий пример. Если вы даже меня не видите, мой глаз всегда следит за вами. А какой из них? Так это был его глаз на стене. Помнишь, который следил за тобой? Ага, я понял. Это был его этот левый, походу. Потому что у него правый глаз. Я тут время идет, что делать? Я прыгаю! Давай, он сейчас поломается. 4, 3, 2, 1. Я прыгаю! Ой, что за паника? Ой, вот это паника. Кто-то упал. Вот это была паника. Извините, был напуган. Ты что орешь? Я играю со всеми своими друзьями. Итак, посмотрим со всеми своими подписчиками. Давайте, ребята, мы вас верим. Просто шпульните двумя. А что такое 0-2? Это они вдвоем одинаковое время должны шпульнуть в цель. Давайте, ребята, бегите, у вас не так много времени. Все, прибежали все. О, нам тут целая лестница, Балди, пойдем. Нам тут целый путь уже построили. Давай, а теперь кто? А теперь никто. А теперь нам уже там держат кнопочки. Хорошо. Потом они как пройдут? А потом мы им подержим кнопочки. Вот оно что. Слушайте, у меня в школе столько загадок и волшебства, я и не знаю. Балди, ты уверен, что это твоя школа? Конечно, уверен. Я свою школу как 5 пальцев своих 6 знаю левой ноги. Вот именно, что не знаешь. Итак, Балди, может мы в каком-то секретном твоем ярусе, про который даже ты не знаешь? Это подземелье. Может быть, здесь драконы? Славой. Что характерно. Слава. Слава, заходи. Славай. Славай. Все, я стою на желтом, давай. Вон, там лава внизу, Балди. Я понял, да. Давайте подержим кнопочки. И все. Прошли. Лера, все, есть покушать? Нет. Не захватила. Я не думала о том, что мы так тупим. А мы будем пробегать столовую, интересно? Или этот учитель там все бутерброды скушал? Походу, все скушал. У меня, я не хочу тебя расстраивать, но походу он скушал. Походу, Балди, он ему такой толстый. Балди, идем, мы пройдем, мы верим команду. Нет, стой, подожди, ладно. Проходи. Там вперед. А почему ты не проходишь, а я прошел? Потому что, блин, вперед надо было нажимать. Давай, Лера, мы проходим. Верим в команду. Давайте, нажимай. Нажимайте кнопочку. Балди, я близка, подожди меня. Я нажимаю уже за всех сил. Там все прыгают, как драконы. О, а что это такое? Это батл, это последний бой. А нам это нужно на 2 кнопочки. Я думала, это урок физкультуры. Балди, нет, как видишь. А что это такое? А что мы должны делать? Я не знаю. Походу, встать на эти кнопочки. Не корми моего кота, он и так толстый. Стоишь возле него там. Я его глажу. Чуть-чуть. Лера, там, по-моему, уже без нас бьются. Там, по-моему, перестрелка. Пойдем или подождем, пока они его загасят, а мы потом это... Пойдем. А нам можно пройти 2 людьми? Только 2? Она надо ждать, пока очередь? Hello, Балди, у нас маленькая проблемка. Почему? Можно пройти с 2 людьми, а нас трое. Так, вот все, нас двое. Нет, она сейчас переродится. Нас трое, а все еще трое. Ну, идите тогда, девчонки, воюйте. Девочкам надо уступать. Идите, и вы там. Балди, я тут подожду вас. Балди. Я за вас буду болеть. Балди. Очень громко болеть. И махать, как кричать. Ты что придумал? Нам нужно одновременно встать. Может быть, мы вдвоем телепортнемся. Готов, Балди? Да, готов, куда? Надо, чтобы кто-нибудь еще пришел, и мы все телепортнемся в игру. Давайте. И все у нас будет чики-пуки. Ладно, давай. Балди, встаем. Так, давайте одновременненько подождем всех. Что это такое? Ворота, тюрьма. Лера, в магазин не время ходить. Ну, я случайно. Ладно, давайте. Балди, прыгай. Балди.
Я пропал. Балти, ты без меня ушел. Ты без меня ушел воевать. Я уже сражаюсь. Лера, почему вы меня бросили? Я тут один. Да не бросили, все, мы перепортнулись. Там два человека или три. Сколько там людей нафиг? Хеллоу? Ладно. Вот он! О! Балди, тебя подорвали? Да. Он такой большой и толстый. Балди, еще там происходит так, что если один человек помирает, то что? Второй тоже помирает. Мы с тобой связаны до конца игры. Поэтому если ты помрешь, то я тоже. Все, давай не помирай. Нам толстяк сказал. А ну давай наши телефоны, вредный жирный учитель. Нет, не убивай меня, не убивай, нет, Валя. Надо убегать, со всех... Но, Балди, давай. Я шпуляю в него. Ты точно шпуляешь? Нет, Билл, меня сейчас... Лера, это все из-за тебя. Ну, я случайно. Мы никогда не пройдем этого толстяка, и я не вернусь в свой класс. Давай, Балди, остановимся, все, поехали. Интересно, мне давай. Уже бабушка звонила. Балди, это сейчас неинтересно. Стреляй в него как можно больше. Я стреляю. Лера, что ты скачешь, как олень? Да стреляй давай. Да потому что у меня желейные мишки летят. Желейные мишки? Ага. Слушай, я как раз проголодался. Поймай мне парочку. Балди, если они в тебя летят, мы его выиграли. И он больше не будет пылять со своими желейными клёво! Мишками. Желейные всё. Мишки, самолет, полетели. Поехали, побег, поехали. Чур, я за рулем. Не, я за рулем. Поехали. Полетели. Всё. Мы прилетели, все. Мы тут. Мы в школе. Yes. Ура, мы прошли, наконец-то. Это странное сумасшедшее обе. Я вернусь к своему классу. Ура. Буду задавать им нерешаемые примеры в столовой кушать пирожки с горохом. О, нет. Балди. Ой, жмите на колокольчик, чтобы быть первым, кто видит мое новое крызнутое видео, как вот такие вот странные побеги. И если ты хочешь быть моим следующим видео, заходи в телеграм-канал, ссылочка в описании. Жду тебя там. Увидимся в следующем видео. Пока!